Дорогие друзья, мы здесь сегодня вечером, чтобы вам сказать, как вы можете прийти к Богу. Бог здесь, Он недалеко, но ты просто нуждаешься в том, чтобы смириться перед Ним и принять это, что Он для тебя сделал, потому что Бог стал человеком. Он стал человеком и ходил по этой земле. И Он исцелял людей, и Он освобождал людей. Его имя Иисус, ты знаешь это имя, наверное. Ни раз, ни два ты не слышал это имя. Но Иисус ходил по этой земле, исцелял и освобождал, потому что Он хотел показать Отца. Он хотел показать, какой Отец, какой Бог, что Он любит человека, что Он хочет спасти человека. И ты можешь прийти к Нему, это хороший Отец. Но все начинается с этого, что ты смиряешься перед Ним, что ты принимаешь это, что только в Нем спасение. Просто ты нуждаешься в этом, чтобы поверить, что только в Нем спасение. Ты нуждаешься в этом, чтобы молодой человеку отойти на сторону. Я подойду до вас, за хвилю поразмовляем. Ты нуждаешься, можешь ты помочь вашу заопековачину? Ты нуждаешься в этом, чтобы поверить, что Иисус – это Бог, который стал человеком, что Он умер за тебя. Ты достоин смерти, но Он умер, чтобы ты не умирал, чтобы ты имел возможность принять вечную жизнь. Он исцелял, Он освобождал, Он показывал, какой Отец на небесах. Но все начинается с рождения свыше. Все начинается с этого, что ты смиряешься, что ты каешься, что ты обращаешься к Иисусу и просишь Его, чтобы Он стал твоим Господом и Спасителем. Если ты обратишься к Нему и попросишь, чтобы Он пришел в твою жизнь, Он придет, потому что Он верный. Он верный, я знаю, что Он верный. Я просто пережила его верность, что Он верный. Он спас меня. Я знаю Его. И это очень просто. Каждый человек может прийти к Богу. Просто нужно только твоя, только нужно это, чтобы ты честно, искренне из своего сердца обратился к Нему. Просто обратись к Нему искренне из глубины твоего сердца. Попроси Его, чтобы Он стал твоим Господом и Спасителем. Это все, все, только это нужно. Только это нужно. Иисус, Он возвращается на эту землю. Когда Он вернется, это тогда будет слишком поздно, чтобы прийти к Нему, потому что Он вернется сюда как судья. А сегодня день спасения, сегодня время благодати. Прийти к Нему, Он изменит твою жизнь. Если ты в депрессии, или если есть у тебя какие-то проблемы, если ты болеешь, прийти к Нему, Он Бог силы, Он поможет тебе, Он изменит твою жизнь. Только обратись к Нему честно. Нету другого Бога. Бог один. Он открыл себя человечеству, как Иисус. Если ты видел Иисуса, если ты прочитаешь о Нем в Библии, если ты посмотришь, что Он говорил и что Он делал, каким Он был, когда ходил по этой земле, ты будешь знать, какой Бог. Будешь знать, какой Бог. И Он не изменится. Он сегодня здесь, в своем духе. Когда ходил по земле, сегодня Он в своем духе здесь. Он здесь. Он любит тебя. Но ты должен смириться перед Ним. И в своем смиренном сердце обратись к Нему, Он изменит твою жизнь. Он изменит твою жизнь.